Взял пинпоинтер, блин, что-то крупное. И выпала вот такая вот, ребята, крупная хреновина. Очень красивая. Это, скорее всего, может быть, от комода. Не знаю. А может, предмет конской упряжи, потому что конинка здесь попадается. Ладно. Помимо монет, и вот такая сопутка тоже мне очень нравится. Металлопластика. Че это? Блин, вот этих вот. Здесь верховых вообще полно. По монетам хорошо пока. Пока хорошо. Ребят, хоть камеру не выключай. Где-то здесь выплыву. Двушка сразу могу сказать. Ой, а какой сохранчик. Ай-яй-яй. 1914. Вчера, позавчера, историю вспомнил. Александр Петров, мы вчера с ним копали на том фундаменте. Он говорит: Саня, копеечку откопал, несколько штучек. И перечисляет: 1914, 1911. Вот, и в итоге обозначает дату. Копеечка 1917 год. Я ему: Саня, смотри внимательно, такое не может быть. Короче, посмотрел внимательно, да. Он у меня спрашивает: а чё, монетка дорогая, что ли? Я ему говорю, что эта монета как бы вообще нереально поднять. Такой монеты, грубо говоря, практически не существует. Вот, так что, если откопаете 17-го года копейку, двушку, пятачок, это разбогатеете на, ну, тысяч на 100, наверное, как минимум. Вот, так что имейте в виду, 17-й год – это редкая, дорогая монета, раритетная. Вот, так что вчера вот такой вот случай был. Ну ладно, поехали дальше. Ребят, где-то в этой лопате, вот именно в этой лопате, находится монета. Стал стенку подрезать, монета упала, и я немножко присыпал. И здесь вот где-то монета. Сейчас мы вместе с вами найдем. Обязательно найдем, я ее видел. Видел. Хотелось бы в онлайне снять вам хоть что-то. Потому что монеты идут, 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 идут. Оператора нету, чтобы со стороны было видно. Блин, где? Я же видел. Видел. Блин, придется прозвонить Асечкой своей. Так, сейчас, секунду. Так, вы здесь вот. Так вот. Блять, неудобно одной лопатой копать, снимать. Блин. Давайте ноу-хау будем использовать. Блин, реагирует на пин. Ну где? Вот зараза. А, вон она. Вижу, вот она. Вот она. Это у нас двушка снова царская. Год 13-й, да? Да, 13-й. А смотрите, какой сохранчик, а. Вообще огонь. Вот чем неудобно, ребята, копать сигналы в онлайне в одиночку. А то часто спрашиваете: копай, Саня, сигналы в онлайне. Ну, неудобно. Хочу вам сказать, неудобно.
Ребят, прозвонка показала вот что. Ай! Образок целый, с ушком. Смотрите, какой тонкий. Ушко тонкое. Сам образок толстенький, между прочим. Я не знаю, кто здесь за святой. Вот, но образочек зачет. Вообще зачет. Итак, ребята, из этой ямы я пока ушел в сторону. Хоть здесь и цари сыпятся, но у меня уже высокая гора. Тяжело ее туда перетаскивать. И все ссыпается обратно. Для того, чтобы мне облегчить труд, я решил здесь вот немножко освободить. Там все равно где-то на полтора штыка лопаты всего-навсего засыпка, как вы видите, да? Вот, и на выброшенном выпало вот такое чудо. Вообще чудо из чудес. Сейчас я вам освежу ее, покажу. Смотрите, божественные лики с одной стороны, а со второй стороны, а это крепилось к чему-то, ребят, это не носилось на шее, это к чему-то крепилось, потому что с этой стороны, по-моему, блин, типа крепежа или что, ну да, вот такая вот очередная красотка у нас. Ладно, спасает ветерок. Хорошо. Ну, так-то жарковато, но тучки есть. Для копа шикарная погода, вообще шикарная. По монетам пока как-то так. Класс. Итак, ребят, вернулся я в то место. Поднял я сейчас царскую копеечку. Ну, копейка, она и в Африке копейка. 98-й год, по-моему. И вон, смотрите, пока еще мокрое. Что-то крупное. Блин, вторая монетка, по которой я лопатой засадил. Да ладно! Это, ребята, пчелка. Это пчелка, и сразу могу сказать, что это год 1810. Потому что только пчелки были 10-го года. Офигеть! 2 копейки. Александровские царицы полей. Зачет! Не сильно, конечно, я вот цокнул. Это запатинируется. Блин, классно. Вот это класс. Вот эта находка классная. Как известно, в 1810 году началась чеканка медных монет по новой облегченной монетной стопе из-за расчета 24 рубля из пуда меди. Эти монеты сменили более тяжелые и крупные монеты образца 1802 года, так называемую кольцевого типа. Весовая норма монеты номиналом 2 копейки составляла 13,65 грамма на одну монету. Как это уже часто бывало, с очередной сменой монетной стопы серьезно изменился дизайн монеты. В 1810 году появились сразу 3 типа монеты номиналом 2 копейки, на которой рисунок орла заметно отличался друг от друга. Эти 3 типа получили у коллекционеров российских монет свои жаргонные названия – пчелка, глухарь и капуста. Пчелка. Данный тип появился на Екатеринбургском монетном дворе, буква ЕМ под названием номинала, и чеканился только в 1810 году. Государственный орел на этом типе характерен своим растрепанным видом, с выделяющими очень крупными перьями на крыльях. Это весьма неудачное решение было исправлено в этом же году, и монеты с таким орлом успели отчеканить не так много. Из-за своей эксклюзивности и необычности монеты с таким орлом получается повышенный спрос у нумизматов. Можно не иметь что-то другое в коллекции, но и своеобразный вид пчелки приобрести надо обязательно. 2 копейки 1810 года Екатеринбургского монетного двора пчелка в каталогах выделяет более 6 разновидностей, отличающие от размера короны, цифр, даты и надписи номинала. Ну а сейчас давайте я вам расскажу об этих разновидностях. А может быть, у вас она имеется. 2 копейки 1810 года. ЕМ-НМ. Стоимость такой монеты в сохране ВФ 180 рублей. Но если сохран XF достигает
1680 рублей. А разновидность заключается именно в орле пчелка. Реверс корона узкая, аверс корона узкая. Следующая разновидность. Орел пчелка. Реверс короны широкая, аверс короны узкая. В плохом сохране 480 рублей. В сохране XF 6000 рублей. Монета является редкая. Следующая разновидность. Орел пчелка. Реверс корона узкая, аверс корона широкая. В плохом сохране монета достигает 2220 рублей. Но если сохран хороший, то уже 13800. Также является редкая R1. Следующая разновидность. Орел пчелка. Реверс корона широкая, аверс корона широкая. В плохом внешнем виде 2340, в хорошем 22800 рублей. Также имеется разновидность орел-пчелка по дате. Дата должна быть большими буквами. В плохом сохране 5100, в хорошем уже 69 тысяч. Также имеется разновидность орел-пчелка. 2 копейки. Буква И. Без дужки. Цены на продукты в дорогом Петербурге были следующие. За килограмм сыра местного производства просили 2,5 рубля. Килограмм свежепросоленного осетра или белуги стоил в среднем 1 рубль 10 копеек. Килограмм красной икры – 1 рубль 75 копеек. Бутылка белого или красного столового вина стоила 80 копеек. Кагора – 2 рубля 50 копеек. А бутылка хорошего шампанского – 12 рублей. Килограмм турецкого мыла стоил 4 рубля 30 копеек. 100 грамм лучшего курительного табака – 75 копеек. А 100 грамм зеленого чая – 2 рубля. Зарплата полицмейстера в Херсонской губернии в 1812 году составляла 37 рублей 50 копеек в месяц, а губернского стряпчего уголовных и гражданских дел – 30 рублей. Баснописец Иван Андреевич Крылов в 1812 году получал жалование 3000 рублей в год. В строившемся Петербурге всегда можно было подработать на стройке. Закладку фундаментов платили 17 рублей с кубической сажени. Закладку стен из 1000 кирпичей – около 9 рублей. А за настилку квадратной сажени полов – 2 рубля. Согласно объявлений, в 1812 году можно было приобрести в Петербурге близ Троицкого моста небольшой домик с огородом за 4000 рублей, а трехэтажный каменный дом на Фонтанке с большим садом за 125 тысяч рублей. В Новгородской губернии можно было купить целую деревню с крестьянами всего за 50 тысяч рублей. Блин, классно, вот это класс, вот эта находка классная. Ну, серебро, конечно, и это вообще класс. Попадалась, ребята, вот такая сопуточка. Вот такая вот. Потом вот такая кузнецовская, видно здесь кофеек, это фарфор. Фарфор. Вот, и из меди. Видите, какая крутилка, как она выглядит, если кто не знал. И ложечка целая, наконец-то. Наверное, штук 6 гнилых было. Вот, а это вот целая. И вот так вот пока. Фундамент вообще зачетный. Зачетный. Дом, повторюсь, еще был большой-большой. Кстати, не могу понять, почему железа здесь полно. Вот в этой области железа. Вот, и все на все на штык лопатой. Видно, дом, основная часть здесь была. Там уже пристрой был к дому, потому что на штык лопаты здесь все-таки было подпольное пространство, засыпочка идет половая. Вот, ну, дом вот здесь вот, скорее всего, был. Вот этот вот холм, это, наверное, эпицентр дома. Скорее всего, здесь печь была. Хотя вот этот тоже, блин, непонятный холм. Вот, так что, не знаю, тяжело что-то решать, понимать. В данном случае нужно шурфить до материка. Вот она, ребята. Вот на. Чуть-чуть бы я бы ее пропустил. Что это у нас? А, это снова 2 копейки низкопрофильная. Александровская, 1864 год, по-моему, или первый. Ну, неплохой такой. Неплохой.
Для низкопрофильной хороший. Зачет. И орел видно. Класс. Продолжаем. Ребят, уже стою. Видите, да, где горизонт? Уже по, наверное, по шейку. И вот, смотрите, еще сырая. 2 копейки. Очередные. Год. 1899 год. Сохран. Хорош. Окислов нету. Прям зачетная монетка. Редко на шурфе. Без корост, без язв каких-то. Ну, в принципе, хорошая монета. Тут, я не знаю, материк какой-то странный пошел. Красная глина. А, точно, тут же это. Грунт такой глинистый. Вон там такой обрыв. И глина. И видно, из этой глины делали кирпичи. Вот почему деревня вся из красного кирпича. Зачетно, зачетно. Материк, значит, черный чернозем и красная глина. Ребят, второй нюанс. Подрезаю, видите как? И вот смотрите. Сука. Походу лопатой зацепил. Так, это очередной пятак. 1872 год. Да. Немного звезданул ее. Но это не червато. Это уже какой? Четвертый пятак, да? С этого фундамента. Класс, класс, класс. Что-то я не понял. Ребята, смотрите. Буквы-то вдавленные. Это что это? Я что-то не понял. Обычно цифры и буквы наружу. А это вдавленные. Вот это да. Это что это? Здесь вроде все нормально. А здесь они вдавленные. Охренеть, вот это монета. Смотрите, ребят. Буквы вдавленные. Нифига себе. Да. Обалденная монета. Итак, ребят, находки как будто сглазили. Сделал фотоотчет, отправил пацанам. Что за фундамент, сколько чего откопал. И все. Сглазило. И что-то вообще. Одна советская монета. И все. Сейчас откопался у меня пистолет. Смотрите, ребят, дерево еще осталось. Вот такой вот был пистолетик. Пугач. Вот так вот. Это значит, все вот такие вот медные трубки, изогнутые, были пугачами. Просто, ой, просто дерево сгнило. Смотрите, зато сколько керамики, ребят. Это я только донышки бросаю. Кузнецовская там вот это все. Остальные я как бы... Неинтересно мне. Итак, ребят, показываю вам такую кучу мусора неспроста. Поднял вот такую хреновину. Я сначала думал, блин, какая-то ржавая консервная банка. Смотрю, здесь донышко какое-то. Здесь целое. Здесь какой-то треугольный вырез. Потом подумал, чайник. Но, ребят, белый металл. Это раз. Во-вторых, смотрите, здесь вот имеется клеймо. Не знаю, инициал или что. Белый металл. Внутри окислился. Блин, в царское время не было нержавеек и т.д. и т.п. Но я вам к чему? Смотрите. Продолжение. Ручка. Ручка. Вот она. Может, сейчас и крышечка, и носик будет. Было бы классно.
А если бы еще клеймо здесь сейчас найдешь, вообще будет кучеряво. Вот такой вот чайничек. Итак, ребят, пожалуй, я буду заканчивать. У нас потому что солнышко уже опускается. Надо будет еще поужинать с Кингом. И 170 километров нужно будет намотать. Железо сегодня накопал нормально. Я думаю, бензин окупил. Там целая ведерко у меня. По мусору, ребят, собирал вот такие вот донышки. Дом очень любил фарфор. И здесь фарфор именно кузнецовский. Кузнецовский, смотрите, как ранний, как поздний, когда уже РСФСР дулевский. Но еще знак Кузнецова оставился, видите? Вот, вроде как изменился, перестал существовать двухголовый орел. Вот, и потом Кузнецов превратилось вот в Дулево. Дулевский фарфор. Вот, кузнецовский кругом, ребята. Кругом, кругом. Бутылки, ребят. Я сегодня мечтал откопать бутылочку с орлом. Так и не нашелся. Вот, зато вот такие вот красивые бутылочки у меня были. Зачетные. Когда появился, я думаю, опа-на! С орлом. Чистил, чистил, но не начистил. Так, вот это тоже необычное. Стандартные вот такие вот. Вот такие вот микстурные. Вот тоже. Думал, орел. Нету орла. Жалко. В общем, стекляшки здесь богатые. Очень богатые. Вот видите, это у нас бутылочка была от уксуса. И здесь где-то еще одна должна быть интересная. Вот она. Тоже от уксуса, но смотрите, видите, с носиком. Это царская. Вот очень много вот такой вот было. Красивый утвари. Прям. Так что вот так вот, ребят. Бутылок в изобилии. На обзоре я покажу, какие еще были бутылки. Царское шампанское было. Там потом еще типа крынки была интересная. Вот так что вот так вот сейчас потихоньку буду переезжать в лагерь. Хотя лагерь вот за этим кустиком. Рядышком все хорошо. Можно его продолжить шурфить, ребят. Можно. Я уже, видите, засыпаю за собой. Здесь вот бревно лежит. То ли венец, то ли что, но он толстый. Вот. Но дальше засыпка идет всего-навсего на два штыка. Кирпич и все. Там он уже материк. Не знаю, что там такое было. Вот сзади, видите, там тоже ямы какие-то. Вот, шурфили, шурфили, шурфили. Так не дошурфили. Все монеты были вот здесь, ребят. Вот здесь вот. И эта вся куча впустую у меня была. Все монеты были здесь. Два на два. Вот, так что, ладно, сейчас ужинать, обзор и в путь дорогу. Итак, ребят, пришло время с вами прощаться. Небольшой перекус перед дорожкой. Нужно будет накатать почти 180 километров. Вот, и сейчас перекус, за собой убираю то, что я наделал, присыплю, сделаю отчет, что я на самом деле присыпал. Вот, находки я вам сейчас покажу. Стекляшечки там, сопуточка, в общем, все-все-все интересное, самое вкусное. Сегодня копал один, ночевал один вместе с Кингом. Ночью у нас немножко звери беспокоили, комары то же самое хотели вынести. Вот. Откопали классно. Серебро, медь, царский шурф оказался тем, что в основном цари. Вот, так что приятного просмотра и желаю вам всего того же, что у нас сегодня произошло. Сколько откопали, чего откопали, всем желаю. Ну а по находкам, ребята, давайте сначала начнем с такого эдакого. Все это, ребята, я собираю именно донышки, где именно имеется надпись Кузнецова. Там Дулево, вот,
буду делать в ближайшем будущем панно. Как что произойдет, я вам покажу. По бутылкам сегодня очень хорошо получилось. Жалко, вот такие бутылочки у меня сегодня встретились. Но все разбитые. Раз разбитая. Вторая разбитая. Именно с орлами. И вот была красивая. Тоже разбитая. Из целых, ребята, что у меня? Вот эта вот хорошая бутылка. Очень хорошая, красивая, нестандартная. Раз. Затем вот такая более-менее нормальная, нечастая встречается. Они обычно, видите, должны быть с орлом. Вот она, эта бутылка. Вот она. И это тоже. Но они... Но она без орла. Когда я выкапывал, думал, с орлом. Наконец-то, наконец-то. Но нет. Дальше. Это у нас как бы... Тоже не часто, но встречается. Вот это вообще первый раз вижу. Вот, возможно, это чернильница, но царского времени. И эти бутылки вообще стандартные. Ничего сверхъестественного. И вот такая, ребята, бутылка была. Написано. Чоки. Кирку. Брусь. Короче, Рига. Вот такая вот крыночка. Ладно, возьму для разнообразия. Затем была еще вот такая вот, ребята, стекляшка. Я не знаю, что это такое, но он такой синий, ребята. Что за лабуда? Не знаю. Может, ходики от часов. Потому что здесь вот железная хреновина. Может быть, вес от часов был. Потому что такие встречаются латунные иногда, чуть-чуть поменьше. Но она очень-очень красивая. Ну и, ребята... Бутылка шампанского. Вроде как, да, обычная бутылка советская, да, шампанское. Но нет, ребята, это бутылка царского времени. Донышко, смотрите, какое. Как вам показать-то лучше? Короче, оно глубокое. Если посмотреть, вот насколько пальцы залазит, смотрите. Оп! Ребята, смотрите, насколько донышко в глубине. Вообще глубокая. Вот. Дальше что, ребята? Латунь, медь я собираю. Там у меня в сумочке еще вот такая зачетная, ребята, штучка. Инициалы. Не знаю, видно вам, нет. Инициалы АС. АС. Гравировка. И это у нас латунь, ребята. Я где-то зачистил, не помню. А, на ручке. На ручке, ребят. На ручке я вот зачистил. Это у нас латунь, не серебро. Но посеребренное. По шмурдику, ребята, получилось достаточно много всего. От подсвечника. Вот, вот это вот тоже накладка, наверное. Наверное, от комода. Но очень красивая накладка. Очень красивая. От самовара целый краник. На интернет-просторах, по-моему, они... Продаются по 600 рублей, если не ошибаюсь. Затем, что интересно, ребят, вот такая, вроде кто-то, может быть, и бросит, выбросит, советская скажет. Но это, ребята, от лампадки, верхняя часть. Так, конина. Две пуговки. Так, от самовара. Тоже конина. Латунь, медь. Латунь, медь. Все-все-все. Вот ложечка. Ложечка. Вот, ну давайте к основному, что мы всегда, ребята, ждем. Монет получилось много. Так, последний раз я что-то читал, было 35. Ну, наверное, штук 40. Так, десятки, пятнашки советские, ничего сверхъестественно. Два пятака, трешки. И копейка. Копейка, если не ошибаюсь, 27-го года. Жалко, что не двушка 27-го. По мелким царям копейка. Копейка. Причем две одинаковых. А, нет, 98-й и 99-й. Одна, вторая копейки 14-й год. Три деньги. Двадцаток сегодня очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь двадцаток. Ой, двушки.
В принципе, неплохой сохран. Павлика откопал вчера. Я ее в нейтрализатор закинул. И стала читаемая. Была ужасная. Была ужасная. Сейчас более-менее так нормально. Вот так вот. Прям на кот почистил. Дальше, ребят, вкусная монета. Это пчелка. Год я не разглядел, но я знаю, что пчелки все 1810 года. Почиститься будет бодрее. Два брата-акробата. Низкопрофильные двушки. Двушечки. Пойдет. Три пятака. А, трешка еще. Три пятака. 75-й и 77-й. Вот это вот интересно, ребят. Хотел бы вас спросить. Смотрите, она нестандартная. Тем, что цифры, буквы вдавленные. Год 1872. Вот такая интересная монетка. Две пуговки-гирьки. Два образка. Не, один образок целый. А это не образок. Это что-то, знаете, не знаю. Ангел вижу. В руке меч. Просто с обратной стороны, ребят, мне кажется, это все-таки куда-то что-то крепилось. Не знаю. Так. Ну и самое вкусное, ребята. 15 копеек. 1905. Так, какой? 15-й год. Ай, пальцы заклинили. Так, 1879 или 70-й. И двадцатка. Очень вкусная двадцаточка. Ай, какая вкусная. Вот так вот. Вот так вот, ребята, откопали сегодня. Я считаю, что нормально. Нормально, ребят? Пишем в комментарии. Это все монета с одного шурфа. Да, кстати, смотрите, колечко обручальное, латунь. И вот такое вот колечко обручальное. Смотрите, во сколько раз меньше. Это что за пальчик такой был? Все, ребят. Ужин у меня готов. Солнышко садится. Ужин. Кенгуха больше мяса нету. Сухой корм есть не хочет. Доживет до дома. Ну, сейчас вот легкий ужин, наверное, и закопаю. Вам отчитаюсь. Посмотрите до конца и поедем. Итак, ребят, когда я засыпаю с собой фундамент, я всегда прозваниваю. И сейчас вот подрезаю стеночки. Видите, помните, здесь у меня мусор был. Я не подрезал. И вот, смотрите, надеюсь, что монета. Бабух. Да, ребят, это у нас пятак. Вот это, да, на пасашок. На пасашок. 1870. Вот, а я уже обзор сделал. Ну ладно, пятачок на пасашок. Но это еще не все. Это еще не все. Ребят, продолжаю подрезать стеночки. И такого я не ожидал. Не ожидал, ребят, смотрите. Белогвардейская кокарда. Ого! Вот это да. Целая. Даже, по-моему, краска, что ли, внутри осталась. Белая, красная, белая, красная. Офигеть. Что еще выскочит, не знаю. Итак, ребята, все. Присыпал как мог. Как вы видите, ямы нету. Все заподлицо. Вот. Подрезал немножко. А то были крутые обрывы. Вот. А это шурфили, ребят. Не знаю. Много лет назад. Мне как бы немножко покультурнее. Все, ребят. Фух. Отдал время недаром на засыпку. Нашел две классные находки. Пятак и кокарда белогвардейская.
Ну и все, ребята, все. Сейчас домой и, может быть, по дороге еще где-нибудь купаться едем. Все, до новых встреч, пока. Да, кенгуха, кабаны. Ребят, только что... Все, убежали. Только что на дороге три здоровых кабана. Блин, не успел. А бежать снимать что-то нет желания.